того, как мы начали делать. Ну, стало светленько, чистенько. Пахнет нормально сделали. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил школу номер 2 имени Пронина в рамках проекта «Выездная администрация». От жителей Звенигорода неоднократно поступали обращения в связи с неудовлетворительным состоянием старого здания. И вот ремонтные работы выходят на финишную прямую. Много было обращений от родителей о том, что школа в тяжелом техническом состоянии, действительно, 61-го года. Постройки здания, много было предписаний от проверяющих структур, морально устарела и физически устарела школа, конечно. Как я уже говорил, нам нужно думать о строительстве новых объектов, в том числе в этом микрорайоне. Но пока вот с локальной задачей ремонта быстро тоже справились, он уже на финальной стадии. Строители заменили в здании кровлю и перегородки, поставили новые окна и обновили потолок. Сейчас в школе укладывают напольную плитку и меняют коммуникации в пищеблоке. Работы завершатся в ближайшее время. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».